Территория больницы в Перхушково красивая и ухоженная. 8 июня у главного входа в здание появились молодые плодовые деревья, которые со временем сделают ее еще краше. Мы бы хотели, чтобы вот здесь вот тоже потом уже многих наших людей, не только тех, кто болеет, но и те приходят для профилактики своего здоровья, приходили и радовались нашим деревьям. И была такая замечательная зеленая зона отдыха. Красивая. Я очень благодарна моим коллегам, в первую очередь нашим волонтерам нашей общественной палаты, которые откликнулись и купили эти деревья. И мы все вместе, единороссы, сегодня собрались и посадили их. Депутаты-единороссы совместно с представителями общественной палаты и врачами провели акцию по высадке 12 плодовых деревьев в рамках партийных проектов «Чистая страна» и «Историческая память», а приурочили ее ко Дню эколога. Здесь будет очень хороший такой уголок, где и врачи могут отдохнуть, дышать свежим воздухом, и пациенты наши, и каждый желающий. Участники акции надеются, что через несколько лет здесь вырастет красивый сад, который будет радовать не только пациентов и персонала больницы, но и всех жителей Перхушково. Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».